46 подрывов, около 100 килограммов тротила. Противопаводковые работы на реке Сура в селе Сара стали уже традицией. Каждый год в марте в Сурский район приезжает большая бригада сотрудников управления МЧС. На этот раз компанию им составили инженерно-саперная группа 31-й десантно-штурмовой бригады. Подрывы делают в районе низководного моста, который является заторо-опасным участком. И данные работы проведены для того, чтобы не было заторов и подтопления жилых домов, находящихся в данном селе. На момент проведения работ все передвижения на мосту запрещены. Для начала взрывотехники бурят отверстия, далее закладывают в лунки взрывчатку. После взрыва – плановый осмотр. Паводковая ситуация, по словам сотрудников МЧС, находится под контролем. Подтоплений в населенных пунктах области нет. Вместе с этим продолжаются профилактические рейды по местам массового подводного лова. Накануне на судне на воздушной подушке «Хивус» участники рейда патрулировали в Волгу и беседовали с рыбаками. Стоит отметить, что весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Многие рыбаки, как показал рейд, относятся к своей безопасности серьезно. Почти все носят с собой отвертки и веревки, чтобы в случае провала под лед выбраться из воды, а также заряженные сотовые телефоны. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.